Ну, вот прежде чем говорить о курской битве это а, вообще гигантское сражение а, которое кстати говоря до сих пор изучается а, в различных академиях мира в американской британских академиях военных. А, игры были даже специальные созданные, компьютерные. А, кто-то воюет на немецкой стороне, на западных, да, а, кто-то на восточных, то есть красной армии. Эти игры вот, англоязычные, они достаточно серьезно распространены, потому что а, действительно сам фон, который создается да, сегодня и в СМИ, а, ну, и в в различных передачах, исторических, вот на History Channel, например, англоязычном, очень часто вспоминают о Курской битве. Действительно, столкновение танковых армат, из которого Советский Союз вышел победителем. Но, к сожалению, сегодня, ну вот, сегодня и в СМИ и в историографии, в различных журналах, ну, достаточно вспомнить заявления, которые были в Deutsche Welle, например, сделаны немецким историком Фризером и многими другими, говорится о том, что ну вот, не так это все было, советская страна на самом деле проиграла. А? Но вот почему-то, почему-то, да, забывают добавить, что немцы потом отступили, немцы потом бежали до Днепра, после этого фактически как Гудериан говорил в своих воспоминаниях, а он тогда был на 43-й год генералом-инспектором танковых войск, то, что танковые войска Германии, пополненные с таким трудом, понесли во время Курской битвы невосполнимые потери. Да, и мы были вынуждены откатываться, и больше не было на Востоке спокойных дней. Вот это почему-то не цитирует. Но что же действительно произошло? Конечно, это очень интересно сегодня, да, задним числом вспоминать о тех сражениях вот, немецким генералом. А во многом западная историография, не только немецкая, а американская, английская, она изначально была построена именно на воспоминаниях немецких генералов. Вот Дэвид Гленц, американский историк, который очень подробно занимается боями на Советско-германском фронте, он говорил о том, что вообще вся западная историография изначально да, опиралась на мемуары германских генералов, которые пытались переиграть, перевоевать сражения, которые они проиграли в ходе Второй мировой войны, обвиняя во всем Гитлера. Вот Гитлер был виноват, он неправильно приказы отдавал, а мы были правильные, да, если бы нас слушались, мы бы победили. Вот такая картинка. Сколько войск было, сколько они потеряли. Да? Талант наших полководцев, которые окружали немецкие войска, это как бы за скобками. Так что произошло в ходе Курской битвы? Ну, надо все-таки вспомнить, что до этого была Московская битва и Сталинградская битва. И мое мнение такое, что вообще заря победы и коренного перелома, она была заложена битвой под Москвой еще. И тогда немцы не смогли быстро, молниеносно войне, захватить советскую столицу Москву. Вынуждены были перейти к затяжной войне. У нас падение производства понятно, но наши производства, да, наши заводы, которые были эвакуированы, постепенно вступали в строй. Если в московской битве мы два снаряда на день на орудие выдавалось, потому что не было, то потом, вот в 1942 году, надо сказать, что мы поставили войска 20 половиной тысячи танков. И хотя из них добрая половина была легких танков, но пока еще, тем не менее, это огромное. То есть мы сумели мобилизовать свою промышленность за 1942 год таким образом, что мы смогли переломить, окончательно повернуть войну вспять 5 и победить под Сталинградом. То есть в феврале 1943 года. Армия Павла создалась, и мы начали вот широкое наступление. Мы освободили Северный Кавказ, Кубань, Ставрополя, вышли на восток Украины, к Донбассу приближались, освободили Курск, освободили Белгород, освободили Харьков. Но вот немцы на тот период, оппонентом нашим, вот, что под Сталинградом, что вот, а, на Курской дуге, постоянно выступал Манштейн еще вот, с южного фланга. Вот его группа армии Юг она нанесла мощный контрудар, и мы вынуждены были оставить вновь Белгород и Харьков. Дальше немцы не прошли, не смогли. И мы подтянули войска, и распутинца началась. Но в этот момент как раз образовался вот этот Курский выступ. Он по фронту протяженности более 300 километров. А в немецкую оборону вдавался на 150 километров. То есть как бы напрашивалось само собой для германского командования срезать этот выступ, окружить там нашу более чем миллионную группировку еще на весну 1943 -го года, а дальше наступать куда? Либо на Москву опять решить вопрос войны, либо на Юго-Запад, то есть опять в сторону Украины, может быть, на Кавказ. То есть для немцев это был последний шанс переломить ход войны. На что они тогда надеялись? На то, что удастся окружить советские войска, разгромить, может быть, взять Москву, может наступать на юге, но война затяжная. Вот они, наверное, в то время еще вспоминали, ошибочно наверняка, да? что они пытались сделать кодой Первой мировой войны, когда под Верденом пытались свести вот эти наступления. То есть занять позицию под Верденом, а потом пускай атакует враг. Тогда французы, теперь русские. А мы будем занимать оборонительные позиции. А истощим противника и в конце концов вынудим его на мирные переговоры. Вот интересный момент, что на тот период вдруг в средствах массовой информации, правда, это уже в послевоенное время да, появилось, но очевидно, да, разведки какие-то там работали, то, что появилась такая деза, дезинформация – о том что якобы Риббентроп министр иностранных дел Германии встретился в Кировограде с наркомом иностранных дел Молотова да, на оккупированной территории как это что как он полетит война в самом разгаре и так далее но немцам была выгодна эта дезьда для того чтобы показать союзникам Возможно, да, это была идея со стороны советского командования. А показать союзникам, да, ребята, мы Сталинград вы, выиграли, да, а вы второй фронт так не открываете? Но в любом случае, да, никаких подтверждений, ведь э, Лидлгард, который потом изучал этот вопрос, да, он все перерыл и в архивах, да, ничего, и в немецких архивах своих ничего подобного не нашел. Ясно, что это была дезинформация определенно. Но дело в том, что тогда немцы надеялись на то, что фронта второго пока еще нет, и можно решить вопрос с Советским Союзом. Тем более летом немцы всегда наступают и всегда держат победы. 41 в 1942 году, зимой наступают русские. Вот и считалось, что немцы с новыми танками, с новым вооружением, да, они смогут переломить вот этот ход событий и в конце концов решить вопрос о выводе каким-то образом Советского Союза из войны. Вот такая мысль у них была. Для этого подготовили мощнейшую группировку. Ну, это 9-я армия Северо Курского выступа а, Северной Дуги, а, армия, группа армии Юг а, с Южного Манштейн как раз командует а, северо модуль и новые танки, это тигры, это пантеры, это фердинанды. Ну, у немцев всего на курском выступе они а, собрали более 2700 танков. Да, многие из них новых образцов. То есть Тигр Т-6, что это такое, Панцеркрафтваген? Это 100 мм лобовая броня, то есть 10 сантиметров, да, которую наше орудие не пробивало. С, даже с близкой дистанции лобовую броню, мы могли наши Т-34, 76 мм наше орудие, только либо сбоку, либо с тыла этого танка. А он, Тигр, 88 мм орудия, наш танк уничтожал на Т-34 КВ на расстоянии 2 км. Это было значительное преимущество. Пантеры, ну, «Пантеры» во многом немцы завидовали нам и нашему танку Т-34. Когда они в 1941 году впервые вот, в битве под Москвой массово встретились с нашим Т-34, они были в шоке. Если почитать немецкие документы, они говорили о том, что вот наши танки напали на батарею, раздавили ее. Если массированное применение этих танков начнется, Т-34, мы можем потерпеть, как они говорили, локальное поражение. Но на самом деле это было стратегическое тогда поражение у них. И вот они пытались создать танк наподобие нашего Т-34, средний танк, и либо модернизировали свой Т-4, новую пушку поставили на нем, да, экранированная броня, и «Пантеру» создали танк. Очень удобный, комфортный танк, да, но который имел массу неполадок, которые необходимо было исправить. И вот почему немцы постоянно задерживали свое наступление, операцию «Цедадель», как обозвал ее Гитлер, потому что необходимо было доработать вот эти новые танки. Ну и «Тигры», и прежде всего «Пантеры», ждали поступления их войска. Вначале один срок был назначен, потом другой срок, третий, и в конце концов только 5 июля они решились на эту атаку, на начало операции «Цитадель». Нашим командами, что в этот момент происходило, тоже надо посмотреть международную обстановку, прежде всего. Да, мы выиграли Сталинградскую битву. Да, мы вышли, начали уже освобождение да, и освободили Северный Кавказ, вышли на восток Украины, но пока еще союзники не открыли второй фронт. Это серьезное, да, серьезное осложнение да, вообще всей стратегической операции, всей стратегической ситуации, которая тогда была на Советско-Германском фронте. Как в этих отношениях действовать? Но Курский выступ. У нас там более чем миллионная группировка, миллион триста тысяч человек, более трех с половиной тысяч танков. Это Центральный фронт, это Воронежский фронт. Мы могли сами перейти в наступление. Но опасение было. А вот немцы выбьют нашу ударную мощь. Как мы будем наступать? Не лучше ли вначале пускай они нападут, а разведданные уже поступали к нам? о том, что немцы изготовились к атаке, выбить их ударную мощь, танки, и дальше самим перейти в наступление, введя в бой, как бы уже резервный, потом он стал называться, степной фронт. Центральным фронтом командовал Рокоссовский, Воронежским Ватутин, а Степным Конев. Он стоял немножко позади, несколько восточнее, как раз севере нашей группировки. Около 500 тысяч человек и тысяч танков. Здесь споры шли, как и что. Колебались. А вдруг так? А вдруг немцы проломят нашу оборону? Были такие мысли. Получится, как в 1941 году. Хорошо проломить тогда было принято решение оборону строить настолько жестко, чтобы не проломили. Вот надо сказать, что построили э, и э, доты, дзоты. Траншеи вырыли столько, это 3, 4, 5, 6 полос, да, что если сложить их вместе, это от Москвы до Камчатки. Это несколько тысяч километров. То есть трудились все. И даже железную дорогу проложили специально да, для того, чтобы подбрасывать и войска, и боеприпасы непосредственно к месту боевых действий. Люди трудились. Обычные люди это местные жители, которых мобилизовывали. Да, это огромный труд. С потом, огромным потом. Да. Из кровью, потому что немцы бомбили, и курс бомбили, и э, те, кто строил эти оборонительные сооружения, и солдаты, и мирных жителей, но тем не менее построили такую оборону, которую потом насытили еще и минами э, перед нашими э, позициями. Это было очень важное дело, потому что до этого таких минных полей мы еще не создавали. И вот когда э, пришло сообщение о том, что немцы э, начнут наступление в 3 часа ночи, 5 июля 1943 года, а тогда это июль, рассветает рано, было принято решение провести контр-арт-подготовку на наших фронтах, чтобы ну, поразить немецкие ударные силы. Она была произведена в 2 часа ночи. Ну, конечно, да, били по площадям, не было разведано, где а, сосредотачивается ударная немецкая группировка. Но, тем не менее, это задержало немецкое наступление на несколько часов. И немцы поняли, что их ожидают уже. И когда пошли танки, вот интересно, наши ветераны потом рассказывали о том, как вот они впервые встретили немецких танков. Тогда уже были такие брошюрки сделаны, либо листовки, где уже показаны были новый немецкий танк и как их надо бить обязательно если противотанковым ружьем, либо в смотровую щель либо с тыла его да? а, либо боковую броню потому что а, броню лобовую пробить сложно как гранатами там забрасывать да то что на минном поле если он подорвался как его уничтожать бутылками с зажигательной смесью. противотанковой артиллерии то есть когда пошли Немецкие танки ведь ждали, да, когда начнется немецкое наступление. Почему либо мы не наступаем, почему немцы не наступают, уже июль месяц будут наступать. И когда пошли немецкие танки, многие бойцы, ну, слава богу, да, вот пошли. Ну, сейчас мы их там сделаем. Да. То есть такой тоже кураж был. Немцы вот впереди клинями, да, что на юге, что на севере, как правило, сошли тяжелые танки, новые, либо а, Т-6, да, либо Пантеры. А потом уже Т-4 и Т-3, которые у них, они как бы нечто напоминало то, что вот немцы, тефтоны вернее, да, использовали еще в XIII веке вот, биту на чудск озере когда Александр Невский отразил вот этот а, западноевропейский натиск вот, свиньей, клином. То есть впереди клин тяжелые танки, а сзади идут уже более средние, потом уже а, легкие танки, дальше пехота. И вот что первое немцев поразило, они начали подрываться на минах. Он подорвался, его уничтожает. Он подорвался, его надо ремонтировать. Это все теряется время. Но все равно, да, вот этот клин на юге, который немецкий шел, а там главные немецкие силы как раз были сосредоточены, наиболее сильный удар именно на южном фасе Курской дуги, он все-таки был мощный, и мы не смогли вот эту передовую линию удержать. Наши бойцы, они сражались в окружении, да, часто, продолжали сопротивление. Немцы были останавливаться должны были, а, уничтожать вот эти наши учреди сопротивления и двигаться потом дальше. И здесь надо отметить, что вот мы получали донесения разведки о немецком ударе не только от своей фронтовой разведки, агентурной разведки, но в том числе и от англичан. У нас же были связи, да, а, в том числе по линии военные а, с британским, например, м -м, генеральным штабом, да, начальниками штабов. И разведка нам, английская, тоже сообщала, что немцы готовятся к наступлению на Курской дуге. Ну, для нас это была не новость. Но новостью было, наверное, то, что англичане говорили, что наибольшее количество дивизий именно на северном фасе Курской дуги. А немцы, основной удар, на южном фасе. Ну, можно сказать, что англичане ошиблись. Да? Не хотелось бы думать, что это они специально сделали, но факт остается фактом. И если немцы на 35 километров на южном фасе продвинулись, то на северном всего на 12. И здесь, вот под панырями, на северном фасе, где командовал Аркасовский, выбили эту ударную мощь буквально за несколько дней. 200 танков остались до горы, там, на северном фасе, новейших танков. И немцы стали переходить к обороне. А здесь на южном фасе они решили, у них был заранее, кстати, подготовлен этот план, если на Баянском управлении им не удастся, то повернуть на Прохоровку. И вот здесь уже с 11 числа, 11 июля немцы начали выходить в Прохоровку, которую мы создали опорный пункт. И здесь вот возникает такой вопрос, дискуссионный очень. Немцы спорят, мы спорим. Мы свои аргументы, немцы свои, ну давайте посмотреть, а что на самом деле было. Когда сегодня немецкие историки говорят о том, что якобы под Прохоровкой немцы потеряли 5 танков, да, а мы более 300, ну давайте разбираться. Да. Во-первых, на, на основе каких документов вы это... На основе немецких источников? Хорошо. Как они учитывали свои потери? Да? Во-первых, танк подбитый, потом он введен в строй. Он считается в потерях, либо нет? Мы считали. Немцы? Нет. На какой период они считают свои потери? Один день? Либо несколько дней? И тут как раз возникает самый главный вопрос. Вот у нас и в нашей историографии, да, и в немецкой, и в западной в целом, было принято, что сражение под Прохоровкой только 12 июля. Но сегодня наши историки, работая с документами, четко доказали. Уже 11 числа завязались боевые действия в районе Прохоровки. И продолжались они. До 16 июля, то есть несколько дней, ожесточенных дней. Да, кульминация, наша танковая атака, 5 й гвардейской танковой армии Ротмистрова, это 12 июля. Но ну, и раньше, и позже шли ожесточенные бои. И мы и немцы теряли танки. И а, здесь задача, которая была поставлена Ротмистрову, армия, которая была его танковой визита из Степного Фронта, нам деваться было некуда, надо было оккупировать, да, остановить вот этот вражеский удар. Она была брошена, да, и шла, задача ставилась такая, чтобы встретить врага и бить его броня к броне. То есть с дальней дистанции мы, понятно, не могли уничтожить немецкие «Тигры». А вот с ближней дистанции, когда мы могли в тыл заходить, сбоку их поражать, да, это уже совсем другое дело. И мы как раз и стремились выдвинуться как можно ближе к немецким танкам, а немцы действовали уже от обороны на тот период. Они построили, укрепили да, и а, поражали часто наши танки на подходе. Вот Как раз мы понесли тогда самые большие потери. Но когда шла вот эта броня к броне, вот эта схватка, здесь уже немцы потеряли свое вот это преимущество, во многом потеряли. И вот когда ветераны рассказывали, писали о Парухаровском сражении, это страшная картина, то есть дым. Грохот, гарь от разрывающегося железа, брони. Плавилась броня. Да? Крики раненых. Наши выскакивают из подбитых танков, немцы из подбитых. Начинают часто в рукопашную, буквально лицом к лицу. Да? И здесь это была схватка самая, может быть, одна и ожесточенная. Когда здесь и броня... И человеческое тело, да, то есть, которое ну, не приспособлено, да, а все равно все-таки немецкий удар мы остановили. То есть немцы дальше не пошли. И говоря о потерях в Прохоровском сражении, мы должны как раз учитывать все потери, которые были с 11 по 16 июля. И вот сотрудник Института военной истории, занимаясь этим вопросом еще несколько лет назад, они утверждают о том, что значит, с нашей стороны в боевых действиях, ну, считая все наши корпуса, 5-я гвардейская танковая армия, примерно 800 танков. С немецкой стороны 400. Основу немецкого танкового удара, кстати, составляли это отборные немецкие части. Это второй танковый корпус СС, СС Хаусера. Это дивизия Тотенкопф, мертвая голова, Дасрайх, Великая Германия. И это ССовские отборной дивизии, которую мы остановили. И мы потеряли да, огромное количество танков. Да, это факт. 500. Но и немцы из 400 потеряли 300. То есть они потеряли 75% своей ударной мощи. Мы 60. И у нас были резервы, которые мы могли использовать. И в этом отношении это, конечно, безусловная победа Красноарьи. Мы не дали немцам продвинуться дальше, остановили их, и в конце концов, нашими контрударами немцы постепенно стали потом пятиться назад. То есть отошли, оставили поле боя. Вот это самое главное. Да? Это, конечно, Прохоровское поле наряду со сражением под пынырями это были кульминации сражения на Курской дуге, всей Курской битвы, когда произошел перелом, и немцы осознали в тот момент, что все, да, дальше они не пройдут. Вот часто еще в западной историографии говорят о том, что якобы Гитлер отменил наступление на Курской дуге из-за высадки союзников в Сицилии 10 июля. Но как раз в это время он приказал продолжать операцию на Курской дуге. И фактически да, для него было ясно, что дальше одеваться ему некуда, либо побеждать, либо уже отступать. Но когда началось наше контрнаступление на северной фасе Курской дуги, уже 12 июля, а тут Западный фронт, дополнение к нашему центральному, Брянский фронт, и мы уже грозили всю немецкую группировку под Орлом окружить, то есть все. Окружение уже не получится. У немцев, конечно, настроение, все, что называется, упало. То есть больше думать об окружении нашей группировки не приходилось. Им приходилось только думать об обороне, как побольше наших танков выбить в этом отношении. Но дальше история известная. Да? То есть наше контрнаступление, которое началось, в конце концов, привело к 5 августа освобождение Орла и Белгорода, Первые салюты, как раз прозвучали этот момент. Причем приказ о первых салютах отдавал лично Сталин. Он на тот период, ну, был, наверное, единственный раз на фронте. Он выезжал на западные Калининские фронты и, в частности, остановился под Ржевом, небольшой деревушке Хорошева в деревне домик, в которой жила, ну, обычная крестьянка. И там да, спартанская такая обстановка, и там он э, ставил задачи или проверял готовность уже к Смоленской операции. И когда пришла эта информация о освобождении Орла и Белгорода, он сказал, ну вот раньше э, праздновали победы колокольным звоном на Руси. А потом при Петре уже салюты появились. Вот давайте сделаем салют в Москве. И вот эти салюты, череда салютов разным количеством орудий, залпами, в зависимости от важности населенного пункта, пошли уже чередой э, в честь освобождения тех или иных населенных пунктов Красной Армии. Вот первый такой салют он прозвучал вечером, 5 августа 1943 -го года, а потом освобождение Харькова 23 августа тоже салют. И здесь немцы уже не могли после этого, что самое главное, да, думать о наступлении. Танковые армады ⁇ это наши армады, у них только контрудары. Достаточно быстро после этого мы выходили уже к Днепру, началась битва за Днепр. И вот курской битвы Днепр они в целом, как вот считается в нашей историографии, означали окончательный перелом войны. То есть немцы уже не думали о наступлении, а только отсрочить, скажем так, свое поражение в войне. Хотя они, конечно, этого поражения не хотели. Да? Но мы диктовали уже свою стратегическую волю. Ну, конечно, Курская битва имела огромное международное значение. Усилилось движение сопротивления. Да? А в конце концов, Курская битва помогла союзникам высадиться вначале на Сицилии, а потом на Апеннинском полуострове в Италии и вывести Италию из войны. Ведь немцы не могли туда никаких сил поддержки э, послать, да, кроме тех, что имелось вместе с столенцами. Все было задействовано на Восточном фронте. Вообще Восточный фронт он стягивал к тому времени а, до трех четвертей всех германских сил, которые вообще она имела. То есть это огромные силы и ресурсы. То есть мы переломаем немецкие войска, и Рузвельт недаром заявлял вот в 1943 году еще, до, то есть самые главные и самые важные события, они происходят именно на Восточном фронте, как они говорили. Но здесь, после э, немецкого поражения на Курской дуге, союзники понимали о том, что дальше уже терпеть э, такое неоткрытие Второго фронта Совета не будут необходимо открывать, иначе Советский Союз, как заявлял Рузвельт, да, в частных беседах с членами госдепартамента, а, другими лицами, своими друзьями, то есть Советский Союз способен сам освободить себя и освободить всю Европу, и мы ничего не можем сделать. И Рузвельт а, говорил вот в одном из заседаний 43 года с членами госдепартамента, это есть вот в американских документах. О том, что э, Линдлис, э, по сути дела, ничего не значит. То есть русские в основном производят все сами. Да, основное вооружение это танки, это самолеты. Да. Мы поставляем это важно, но это лишь капля в море от того, что они делают. И э, самое главное, здесь появилось беспокойство уже у начальников штабов союзников. Вот как раз в ходе Курской битвы 20 августа 1943 года проходила Квебекская конференция, на которых присутствовал Рузвельт, Черчилль, ну и военные. И вот интересно посмотреть на то, что обсуждали военные. Есть документ, он некоторое время был секретный, да? В Соединенных Штатах Америки и в Британии сейчас его рассекретили. Мне удалось, скажем, почитать его да, несколько лет назад. И там очень интересная вещь написана о том, что а, вот маршал, начальник штабов американской армии, поставил такой вопрос. А вот русские, они там победили на курской битве. А не стоит ли нам продумать, заявлял маршал, о том, чтобы использовать силы еще не разгромленной Германии, для того, чтобы остановить и выбросить русских да, из Европы. Как это? Мы союзники, мы воюем, мы побеждаем на Курской дуге. А они уже думают не только о послевоенном мире, а как использовать силы, не разгромленные, как они говорили тогда еще о Германии. Это документы, песни, что называется, слов не выкинешь. Тем не менее, здравые политики к ним, конечно, безусловно относился Рузвельт, понимали то, что с Советским Союзом лучше договариваться. Вот как раз тогда в Соединенных Штатах Америки а, был а, подготовлен документ управления стратегических служб, ну, знаменитая служба Донована УСС, которая потом превратилась в ЦИРУ после послевоенное время. Так вот, в 43 году был подготовлен доклад: могут ли Америка и Раша Россия, да, то есть сотрудничает. И три варианта рассматривалось. Да. Первый вариант — то, что мы враждуем Советским Союзом, да, и используем, да, силы опять той же самой Германии или там Польши или других стран. Вторая — ну, статус-кво. Ни да, ни нет. Да, ни друзья, ни враги. И третье — сотрудничество. То есть мы идем а, навстречу пожеланиям послевоенного Советского Союза, которые резонны, логичны. Это границы 1939-1940 -го годов, то есть границы на 1941 год. Это безопасность, это поддержка России, это скорейшая высадка во Франции, то есть открытие Второго фронта. И к чести надо отметить то, что военных которые наверняка тоже читали этот секретный документ, подготовленный, несмотря на то, что она разведка была подготовлена, военные наверняка его читали, и, возможно, и Рузвельт, поскольку он был достаточно дружен с Донованом на тот период. А они выбрали вот этот третий вариант, то есть именно сотрудничество с Россией, что привело, в конце концов, к Тегеранской конференции, где вот уже После долгих колебаний, несмотря на что, Черчилль хотел балканский вариант Второго фронта то есть высадиться в мягком подбрюше Европы, Греции, в Югославии. Зачем? Ну, Черчилль объяснял, там слабая оборона, сколько там до Германии. Как это все? Да? он хотел перерезать пути наступления Красной Армии с востока на запад, чтобы там уже стояли союзники. Но Рузвельт он здраво рассуждал, а как Советы отнесутся, как Сталин отнесется, как послевоенный мир будет строить. Да и в конце концов прямой путь на Берлин – Запада лежит именно через Францию. То есть надо высаживаться в Нормандии. И в конце концов Черчилль сдался, и Сталину было заявлено в мае 1944 года союзники откроют фронт в северной Франции. Ну, открыли в июне. Но тем не менее, это действительно факт. А мы к тому времени подготовили уже свое генеральное наступление и обещали его союзникам для того, чтобы им помочь. Это наша операция Багардюн 44 года.